партнерства в рамках взаимодействия государства и бизнеса. Ведутся большие работы с точки зрения цифровизации логистических платформ. Не буду это направление отнимать у моего спикера, он подробнее об этом расскажет. И, безусловно, умный город. Умный город – это сейчас некая совершенно другая формация. Вы, наверное, слышали такое понятие, как безопасный город. Умный город формально перестроен под человека. То есть в центре этой системы умный город находится человек и все сервисы, которые он получает. И, безусловно, в этой программе есть больше персонализации, здесь больше проектов, связанных с непосредственно с жителями, непосредственно с сервисами, связанными с социальной комфортностью, социальным удобством. Очень много программ, которые в этом направлении остаются. Безусловно, Москва и Санкт-Петербург являются одним из таких локомотивов в этом направлении. Уже внедрены и внедряются достаточно большое количество решений, таких как умный консьерж, умный домофон, умные лифты. Я даже не буду перечислять. Это все, что касается вот перспектив ближайших нескольких лет. Это все будет появляться в каждом дворе, в каждом доме. Я не знаю, насколько это даст нам возможность получить социальную независимость, потому что информационная составляющая – это все-таки частное право человека на его личную жизнь. Но, тем не менее, такая возможность появляется, и у каждого жителя мегаполиса будет набор опций, которые связаны не только с получением интернета в квартиру, но и достаточно большой выбор услуг в этом направлении. Ну, я позволю себе передать слово Тимуру, и его доклад будет больше связан с направлениями, связанными с цифровыми платформами в области отраслевых изменений. Спасибо вам, что вы проявляете интерес к этому мероприятию. Я готова ответить на какие-то ваши вопросы в конце, когда будет... Да, если возможно, просто чтобы мы... Да, пожалуйста. Просто чтобы сейчас не потерять логику и продолжить поэтапное развитие нашего семинара, я передаю слово Тимуру Нурмагомедову. Вот мои контакты, мои визитки будут оставлены вот здесь, вы можете получить и обращаться ко мне в любое время. Спасибо еще раз, коллеги. Тимур Нурмагомедов.